В самом скандальном политическом уголовном деле последних лет сегодня была поставлена точка, вынесен судебный приговор. Это дело по обвинению регионального руководства партии «Справедливая Россия» в торговле мандатами депутатов. Напомню, предприниматель Дмитрий Дзеп утверждал, что заплатил в 2015 году 5 миллионов рублей Александру Бочкареву за место в городской думе. Александр Бочкарев место обеспечить не смог, но и деньги возвращать отказался. Дмитрий Дзеп обратился тогда в полицию, сообщил, что дал взятку. Но его от ответственности освободили, а лидера «Справедливой России» Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова стали судить. Александр Бочкарев в ходе всех этих разбирательств тяжело заболел и скончался, а Сергею Воронову сегодня был вынесен приговор. Суд приговорил признать виновным Воронова Сергея Васильевича в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ и назначенному наказанию в виде 3 лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, отбывание наказания в исправительной колонии общим режимом. Меру пресечения в отношении Воронова Сергея Васильевича изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей в зале суда немедленно 5 ноября 2019 года. Признать за оценку Дмитрия Николаевича право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о возмещении суммы процентов за пользование денежными средствами и рассмотрении порядка гражданского судопроизводства. Сергей Васильевич, как оцените решение суда? Будем обжаловать. Вы вообще ожидали? Мы ко всему готовы. Ну, сын, как считаете, это суровое наказание для вас? Ну, пока не готов ничего сказать, мы будем его обжаловать. Скажите, пожалуйста, как оцените решение суда? Кстати, в отношении Александра Бочкарева уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. Поэтому в приговоре фигурирует лишь один Сергей Воронов. Потерпевший, взяткодатель Дмитрий Дзепа, на оглашение приговора не пришел.